вообще прям полный сон. Ну, давайте, это интересно. Ну, прям в прямом эфире, типа, начал говорить. Он мне много. Это что? Я спешу, это только на то, что у нас просто разбили. Там большое количество травм я получил на ПКТ, на отдыхе, на крузаке. У меня дома просто тяжелые были. Были венчаки. Они нормально разминали. Это были. Разминаемся. Так болит. Кому что становился? Почему-то я не знаю. Вот, наверное, там напрягается все связки полностью. Потому что у тебя есть опорвет. Там, да. Да. Ну, может, я слабый сегодня? Нет, он что-то да, набрал сильного. Сейчас глубокий отдых у него. То есть... Ему набрать. Ну, сильный, всегда он сильный, конечно. Но от той формы немножко, то есть, на процент, я думаю, 30. То есть, меньше. То он не занимался, поэтому у него форма какая сейчас. Даже при этом у него бешеная сила. Ему, я думаю, месяца два, и все, форма уже будет намного лучше. От боли что? Ты когда? Брал, когда ты работаешь? Работаешь? Да. Надо опять делать. Тоже налево залез к нему сюда. Чуть не подумал. Чуть не подумал. Смотришь, такой ощущение, в зеркало смотришь, блин, я чем побриться, что ли, красный, задумался, может, задумался, о чем-то другое. Бля, а кота покормил. Он занимается, занимается, у нас сильно хватает. Если он мне, если ловит хорошо, все. Если не успел со старта его, все, соперник его, там ничего не сделаешь. Главное успеть его со старта брать. А вот я и правый тоже сам. Я понимаю, если все, когда забрал, все, я понимаю, что. Я тренируюсь сейчас на межсезонье, я тебя тоже не тренирую. Я говорю, давай продолжим себя, на чем готовиться? Он, ну блин, ну давай, да, сейчас подумаем, но я не против, конечно. Ладно. Если он, короче, даст добро, то... Да с другим что-то борешься.
Да нет, слит у нас. Нет, еще набрать. Набрать, видишь. Силу. Кто идет, кто не идет. Восстановление. Да. Только его придерживай. Поголочек. Я люблю свет. Понятно, что редакция выносит. Мне нужно четко присесть. Я бороться не умею. Бороться не умею. Не надо научиться бороться. Когда сдаем. И прям по всем фронтам. Хороший, да? Только бог идешь, да? Да. Ну, я жим, я жимовик по этим. А шли по другому как? Нормально? Сгроем захват. Развернули кисть. Денис, не заломай кисть. Это не это он заломал ошибку. Мне так он заломал, и у меня получилось параллельно. Валера, не закручивай, отдай в центр. Валера, не закручивай, разверни. Разверни кисть. Центр. Денис, отдай центр. Развернули кисть. Рэди. Стоп. Рэди. Гу! Стоп, помню, мах. Я обманул. Я уже так хотел. Поймал ты. Я хотел туда залезть, молодец. Не, мне самое интересное. Он почувствовал. Это твоя школа просто. Хорошо. Так что делаешь? Я пытаюсь. Отдаешь? Пытаюсь вот сюда вот. Давай, подай еще раз. Пробить. Я понял. Вы там уже пусто. Не, я сейчас попробую. Сможешь? Не буду. Хочешь даже сюда? Не буду давить я. Ого, давай попробуем. Давай. Уходи. Пальцы у меня. Хочешь так? Давай. Ну, сейчас я встряхну стариной. Я чисто на характере. На самом деле я сейчас особо так не тренируюсь, если брать конкретно армрестлинг. Так качаюсь, пацаны тренируются, так подсматриваю, подсказываю, что делать. Самому что-то пока не интересно. Но в целом, как бы, сегодня включился со всех сторон, получилось хоть что-то сделать. Ну, просто выносливость никуда не делась, перестоял ребят. Write in the comments what you think about this video, share it with your friends, and we will develop the sport together. And, of course, subscribe to the True Power channel.